6 человек погибли, еще 8 получили ранения в результате стрельбы в мечети канадской провинции Квебек. Местные власти официально заявили, что речь идет о теракте. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на своей странице в Твиттере выразил соболезнования жертвам атаки. Двое подозреваемых задержаны, еще одного разыскивает полиция. Последние подробности у Артема Красулина. Преступников трое, все в масках, кричали «Аллах Акбар» и почти без акцента, видимо, не первый год живут в Канаде. Эти страшные минуты очевидцы пока вспоминают обрывками, люди еще не пришли в себя. Теперь люди будут более остро реагировать на окружающих, но я думаю, мы сплотимся после этого нападения и поддержим мусульман, покажем, что мы принимаем их. Вообще, они отлично интегрировались в жизнь нашего города, поэтому я вдвойне в шоке от случившегося. На вечернюю молитву в исламском культурном центре в Квебеке, который местные жители называют большой мечетью, собрались по разным данным от 40 до 100 человек. В самый разгар службы в здание врываются трое мужчин. Сначала открывают прицельную стрельбу, в том числе из автомата Калашникова на первом этаже, затем поднимаются на второй. Полиция среагировала оперативно. Двое подозреваемых были задержаны на месте. Третий объявлен в розыск. На место стянулись десятки машин скорой помощи. Шестерых пострадавших спасти не удалось. Еще 8 доставлены в больницы. Сейчас мы можем классифицировать это как акт терроризма. 6 человек погибли, 8 с ранениями доставлены в больницы. О тяжести ранений информации пока нет. 39 человек не получили ранения. Двое подозреваемых были арестованы. Практически сразу власти называют нападение терактом, а в твиттерах премьера Квебека и главы правительства Канады появляются соболезнования. Сегодня канадцы скорбят о жертвах трусливого нападения на мечеть в Квебеке. Мои мысли сейчас с родными и близкими погибших в результате нападения. После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг провинции. Местные жители пишут в соцсетях, что при должных мерах безопасности теракт можно было предотвратить. В последние месяцы в регионе набирала обороты исламофобия. Полгода назад, во время священного месяца Рамадан, злоумышленники бросили ко входу большой мечети свиную голову. Охрану комплекса с тех пор так и не усилили. Артем Красулин, Вести.